Приветики, продолжаем играть в Metro Exodus, уже третий выпуск, третья запись. Закончим на том, что наконец прошли это проклятое место на хардкоре. Выносит минус 2-3 патронов, только щит. Представляю, что дальше будет. Ну что, продолжим, без лишней болтовни, пойдем дальше, да? Так, рабочее место содержит в чистоте. Да, у нас такие плакаты на труде были. Будем стараться больше по потишку идти, да? Их ко всех выносить. Потому что открытый бой. Они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Постой. Паровоз. Не стучите. Колеса. Что случилось? Попробуй через яму. Только осторожно. Меня заметили. Тебя заметили, прикрываю. Ух ты. Не с очевидности. А я не заметил, что меня заметили. Один просчет. Один просчет. Не выстрелил этому говнюку в голову. Да, короче. Тебя заметили, прикрываю. Прикрывают, у меня не вариант. Плохая позиция, плохая, очень-очень плохая позиция. Уса. Мы их вынесем. Блин, патронов мало в этой штуке. Да, короче, все понятно, меня вообще спалили старт. Ты чего лежишь? Прекрасный вопрос к мертвому человеку. Че происходит? Ты чего лежишь? Да так, умираю понемногу. И всем чуть-чуть так, слегонца умер. Вирус Д. Нет, тут, наверное, хардкор сменять. Да, слишком. Но мы же не слабаки, мы должны. Мы же не лобаки, мы должны прийти. Лобаки. Так точно. Стёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберешься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Ничего, как обычно. Что такое? Артём, чего лежишь? Попробуй, ну, ты кому? Шевелилась только что. Прячься. Ну прячься, прячься. Правильно делаешь. Ай.
почему он не ударил? Вот он был в упор. Почему он его не ударил, хлебало? Скажи мне, пожалуйста, побольше патронов для этой бутылки. Я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Артём, попробуй через яму, только осторожно. Всё, отлично. Где твой автомат? Единственное, что у меня не осталось патронов, это очень плохо. Это очень плохо. Группа Д, занять генераторную. Ага, вот и слабо. Двигаться геройство. Подождем, пока они уберутся. Ну да, а потом ты меня готовишь. Ты тупой или притворяешься? На кой тебе этот паровоз сдался? У тебя выезд только завтра по плану был, а теперь и вовсе непонятно когда. Ну, тебя никогда. Не, сегодня. Выезд сегодня. Отдельная беседа будет за нарушение правил. Давайте, проходите, пожалуйста, вот туда, и я вам бац похлебал. Бац, бац. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No, no. Разве что выпивки неплохо бы. Все чисто. Молодцы вы, добрались, черт. Красава, стелсу. Всего-то 3-4 попытки. Да, дочка, спасибо. Давай, залезай в паровоз. Времени поехали. Скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Все хорошо, давай. Так вот, вот. Еще охрана отбивается. Эх, чуть не убили опять, а? Давай, вылезай, сукрой. Подожди, ты убил этого патну? Блин, слушай, красава. Я думал, ты не бесполезная, а ты полезная. Так, так. Погоди, погоди, надо потрошить. Чего? Время всегда есть. На потрошке должно быть всегда время, понимаешь, потрошка. О, аптечка. Поворотный механизм, все, врубаю, давай. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! А можно мне так же? Ну, я бы не знаю, я бы спрятался и не высовывался. Так, аптечка. Ох ты, как красиво ты сидел. Да нормуль, я спрятался. Ай, нет, я не спрятался. Я думал, что я спрятался, но не спрятался. Я за тобой. Ничего себе. Все отлично. Ты как, живой? Да, вроде в порядке. Меня уже стреляли, меня уже покусали, все отлично. Артём!
Что происходит, мать? Экшена, 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 дайте мне. У меня патроны заканчиваются. Воу. Все взрывается, патроны кончаются. Давай, залезай. Еще охрана, отбиваемся. Где? Я ни черта не вижу. Я буду стрелять по красному прицелу, можно? Спасибо, давай валим лучше. Тёма, помоги! А, точно, надо всё, же еще винтик открутить, точно. Давай. Тянем, потянем, тянем, потянем. Ещё. Давай! Налегли, давай, давай. Все. Бежим, беги, дура, беги! Беги, лес, лес, который живой. Немножко потно было. Ой, как сейчас было плохо. Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Мы вырвались. Еще бы нет. Баба. Грена. Ой, как ярко. Вот светло. Понял, база, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? У не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Князь? Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут а? Такое... Папа! Мельник? Это мы! Помогите! Ваня, какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Да вот так, загорали. Это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Загорали на песочек. Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Нет. Они во всем отстреляли! Как вы они... тут оказались? А, впрочем, которые мимо проходили. Ты не представляешь, во что вы влезли. Ну, куда в говно по шее. Ганза, этого так не оставить. Дошло! Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, какая глушилка? Люди из других городов. И тут их всех, женщин, детей. Вот это слишком много. Давайте вот этих двух застрелим. Что там по железной дороге впереди? Да стой, первым километре дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется! Только торопиться нужно! Они хрен вызывали! Значит так, мужики. Артем, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока какого все не увязывается. Военного времени? Черт, а вы все подохли. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно. Артём, Аня, это же наши. Их не бросает. Ну, нормально так. Если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Тогда этих за борт и полный вперёд. Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Пойдём. Нюхнём немножко. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. У тебя звезда. Ты знал, что это звезда? Мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Да, как обычно. Врал тебе, мне, да всем вообще, всему... Видимо, его хорошенько за яйца кого-то надо. Раз врал. Что-то едет. Оба. Здрасьте. Вот это круть. А вот и крейсер. И выходите с поднятыми руками.
Сколько фигни всякой творится. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Самовар, самовар, блядь, самовар. А пулемет? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все пнал! Это было последнее предупреждение! Жопу ранили. А нет, нормально, а что за жопу держался? Ты как? Порядок? Зарабина! Почему у меня такой маски нет? Я тоже такую маску хочу. То есть у меня противогаз, еще и маска. Ермак, начинай избавлять палат. Пусть думает мой послушник. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы только краску поцарапаем. Ну нормально, че. Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Дорбись, да. Полковник, разрешите мне. Добровольцем здесь назначаю я. Пойдет Артем. Ну что, давай. Хорошо. Как обычно я. Ну, вкусная каша-то такая. Смотри, что. Вообще прям приключение на срак. Давай. Ты что ли, Яков Борисович? Яков Борисович. Мне куда там ехать, мельник? Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили, от эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам как бы машина. Это дезертирство. Предательство. Что тут? Я охренел, паскуда. Меня предатели? Так. А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? Так, перезарядка. О. Если не остановишь, значит завербовали тебя. Хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Нормально. Мы вам столько лет служили верой и правдой. Кровь лили. Хлеба. Врагу да. Продался. Они нас сосла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду. Всегда. Я сдохну, если надо. За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида. Как чего? Паровоз уроды какие-то угнали. Из Москвы дело решили дать. Вот и ловят. А? Что так? Сдаюсь, сдаюсь. Все? Ну на тогда. Почему у него... Ну ладно, не буду задавать лишние вопросы. Без сознания ему все равно он не ответит. Почему у него заискрился противогаз? Патроны, патроны, патроны. Вот, вот эта штука, это вообще класс. Говорят, не бегать. Подлезать под вагоны запрещено. Давай, чи-чи-чи-чи, тихо. Сближайся! При нас это быть на чеку! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что я натворил? Эй! Ну, сука! Ну все, теперь ты заигрался! Теперь и тебя, и прихвостей твоих, и дочку твою! Ой, извиняй. Как собак бешеный! Пулю и в кювет! Лично! Лично тебя пристрелю! И не в затылок, в рожу твою! Хорошо. Едина хромая! Отставить по-видимым! В решетой всех! Огонь! Артём, скорее, нас сейчас клочья разнесут! Да я уже пытаюсь! Чё ты меня торопишь-то? Не торопи, пожалуйста! Как-то у меня тут перепалки, перестрелки. Вон, видишь, там еще люди. У меня тут вообще веселуха на полную катушку. Все, и противогаз кончается. Так. Аптечка. Так. Все. Есть кто? Есть кто живой?
И все нормально. Живых нету. Я буду беспощаден, у меня будет самая хреновая концовка в мире. Я просто буду всех убивать. Эй! Вы куда смотрели, бараны? Они... Не стреляй! Не стреляй! Да хорошо, варить. Я не с ними, меня заставили. Артём, бомбу ставь как можно ближе к котлу. Все, поставил. Посмотрите. Выпрыгнул под поезд. Давай, ближе, пацаны, ближе, ближе. Там граната, давай, давай, давай. Оп. Все, красавчик. Газу, газу, ходу, 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 парни, ходу. Держись! Спасибо, князь. Че, сейчас будет? Давай, 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 давай. Сейчас будет классно. Оу, да. Эпичность максимум. Артём, ты цел? Слава богу. Да, эпичность на максимум. Думаю, на этом сейчас закончится тут эта вся мутотня. Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские. Пошел в жопу. Получаемся. Пошел в жопу. Мы стоим сотни километров от Москвы. Загрузочка была. Стоим и проверяем дозиметры. Потому что все они показывают почти нормальный фон. Будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Чистый воздух. Ребята не понимают, что делать дальше. Кажется, а лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Возможно. Возможно. Но он тебе уже врал, как бы. То есть доверять ему глупо. А? Что, все нормально. Сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, у него прицел на руке. Он, наверное, рукой стреляет, Тибор. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто не врал? Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Это Ганза. Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Ну давай. Война не окончена. То есть как это не окончено? А, не перебивай. Ага. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Отлично. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит». Сеть станций радиоподавления. Покрывающие территорию Москвы. Чтобы все наши власти любители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. Круто же. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой. Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь, сдохнешь». Нормально. Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Идем. Мысль, но... Едем только Артем, вперед. Чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир. Мне языка нет. Волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Давай искать ковчег. Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Не
Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. На английском вроде говорят. Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей. Да хватит говорить, пожалуйста, я радио слушаю. Не сказки. Внимание, противник подслушивает. Уверен, что они Москву защищают, а не своей задницы. И что за ковчег? Если Артем поймает позывные, все узнаешь. А если хорошо. Нет, то и говорить не о чем. О, поймал. Ну-ка, это что? Пидя-видя, крутой. Всем слушать? Ладно, слушаем. Всем тихо сказал. Тут сказать, ты? Ты. Квадрат 1-0-5. Повторяю. Объявляется общий спор. Точка сбора. Код 1-8-1-1-7-9. Квадрат 1-8-5. Маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Какие же длинные диалоги. Лучшие специалисты. Чем выключил? Кто я выключил? Буква Харута. Страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается... О, самовар обратно ставили, смотри. Для всех выживших. Ура! Это лысый. Ура! А женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге будет? Ага, хитырил. Что, думал, не знаю? Это я мигом, это я не поверил сначала. Как полковник. Но до Урала путь не близкий. Давайте что ли обустраиваться как-то. Ну давайте. Название сейчас. Этой развалине дадим. Давайте сейчас жахну, что, придумаем. Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Да ну бананы. Вельзевул. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. А не чего, нравится. Крейсер чего? Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? Но крейсер чего? Значит, решено. Крейсер чего? Тогда завру. Завру! На муф выйти. Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, давай смотреть. Есть! Пойду я прошу. Всё? Можно я больше не буду? Маршрут. Да, вообще отлично. Сколько же нам туда ехать? Долго. Ой, спасибо. Как спасибо? Отпусти меня, диалог. Отпусти меня, отпусти меня. Ладно, давайте, друзья, на этом закончим. Продолжим уже, наверное, в следующей серии. Сейчас давайте сохранимся. Ну и все. Да, минуту назад все, сохранка была. Всем пока. Спасибо за просмотр.